Всем привет! Впереди самое приятное время года, когда все распускается, а еще и главный праздник весны – 8 марта. Мужчинам пора задуматься о подарках своим любимым, а девушкам начинать задумываться о нарядах. В эфире «Топ скидок». Меня зовут Андрей Лобанов, и я расскажу вам, где и как сэкономить. Уже готова подборка самых актуальных и выгодных предложений Люберецкого округа. Сегодня в мой топ вошли огромные скидки и такой же огромный выбор в доме секонда. Акция от Текстиль Профи, крутые предложения от фитнес-клуба Гроза Джим и кое-что интересное от интернет-провайдера New Lime. Что меня заинтересовало больше всего, расскажу вам прямо сейчас. Делайте громче и двигайтесь ближе к экрану. Начнем с четвертого места на этой неделе. На нем удобно разместился Текстиль Профи. В торговом центре выгодное предложение для тех, кто хочет порадовать своих любимых подарком и не одним. Не всегда что-то красивое значит дорогое. Текстиль Профи с легкостью доказывает это. Яркие, красивые дизайнерские витрины манят своим блеском, а товар радует ценой, качеством и доступностью. Давайте вместе разбираться, что есть интересного. Текстиль Профи все сделано для покупателей. И даже красивые витрины, как домики в маленьком городе. Но некоторых покупателей дорогое и яркое оформление пугает. А зря. Смело заходите, точно найдете что-то выгодное. А в преддверии праздников торговый центр расщедрился. Если еще думаете ехать в Текстиль Профи за покупками или нет, то вот вам аргумент за то, чтобы ехать. Большинство магазинов участвуют в акции «Второй товар в чеке по оптовой цене». А это, знаете ли, намного дешевле. Акция действительно до 8 марта включительно, поэтому ехать нужно незамедлительно. Так что из Текстиль Профи вы уедете с огромными сумками покупок, при этом сэкономив очень прилично. И, кстати, в акции «Вторая покупка в чеке по оптовой цене» участвует большинство магазинов, расположенных на аллеях торгового центра. Запланируйте шопинг на ближайшее свободное время. Лучше один раз увидеть. Текстиль Профи и акция «Вторая покупка по оптовой цене» на четвертом месте. Третье место моего топа у фитнес-клуба «Гроза Джим». Для тех, кто хочет привести себя в тонус к летнему сезону или просто заняться своим здоровьем, у клуба чемпионов есть что предложить клиентам и тем, кто только мечтает привести себя в спортивную форму. Весна. Самое время выбираться из берлоги, стряхнуть с себя зимнюю пыль и заняться своим внешним видом. Фитнес-клуб «Гроза Джим» готов нам с вами помочь в этом. Так давайте начнем тренироваться. Бить рекорды и покорять новые вершины. Желание тренироваться появляется сразу, как заходишь в этот фитнес-клуб. В «Грозе Джим» несколько просторных залов для тренировок. Вытяжка работает хорошо, оттого свежо и комфортно. Мужчиной стать просто. Как минимум нужно собраться и прийти в спортзал. Кстати, в «Грозе Джим» первая тренировка бесплатна. Вы можете прийти и попробовать свои силы под руководством опытного тренера. Ну а дальше как пойдет. Хотите похудеть или наоборот нарастить мышцы? Как говорится, было бы желание. Вас проконсультируют тренеры, помогут составить программу тренировок и, если хотите, даже подберут специальную индивидуальную диету. К Дню защитника Отечества у «Грозы Джим» для настоящих мужчин есть потрясающее предложение. Скидка 23% на все виды абонементов. Если вы ждали момента, чтобы начать тренироваться, он пришел. Ну а тем более, с таким предложением к летнему сезону готовиться еще приятнее. Денег потратишь меньше, а тренировок будет больше. Так что, девушки, сделайте приятно себе и своему мужчине, отправив его в спортзал. Такой подарок станет не только приятным, но и полезным. Выше на пьедестале, а точнее на втором месте расположился интернет-провайдер New Lime. Сейчас мы зайдем еще в одну квартиру и узнаем, есть ли у них интернет и как он работает. О, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Андрей Лобанов, я ведущий телеканала ЛРТ. Вы смотрите наш канал? Да. Юль, скажите, у вас есть дома интернет? Нет, мы недавно переехали, поэтому нет пока. Вы не успели подключиться?
Прекрасно, мы можем тогда помочь вам прямо сейчас подключиться. Юля, можем пройти к вам? О, и правда, у вас идет телеканал ЛРТ. Это хорошо. Юль, ну что, пока наши мастера будут подключать вам интернет, может, с вами чайку попьем? Давайте, конечно. Ну, Юля, как тебе? Не кисло. Я тоже попробую. Не кисло. Это все потому, что он спелый. Ну вот, теперь у тебя есть и интернет, и лайм. Прекрасное, очень демократичное предложение. Безлимитный тариф «Спелый» предоставляет вам круглосуточный доступ в интернет на скорости 100 мегабит в секунду. Ежемесячная абонентская плата всего 400 рублей. Реальный IP – 100 рублей. Тарифный план доступен только для новых абонентов, физических лиц, впервые заключающих договор на оказание телематических услуг и доступ к интернету на территории города Люберцы. Также есть возможность при подключении воспользоваться акцией «Роутер в подарок». И лидер сегодняшнего топа – барабанная дробь. Дом Секонда. Отдаю заслуженно золотую медаль с надписью «Огромные скидки». Наша съемочная группа ехала снимать сюжет, а вернулись с покупками. Потому что, во-первых, невероятные скидки на все, а во-вторых, на самом деле есть из чего выбрать, и каждый может найти себе что-то по вкусу. Тем более, весна близко. Хочется уже скинуть с себя килограммы зимней одежды, переодеться во что-то яркое, легкое и красивое. А чтобы сделать это с наименьшими потерями для бюджета, добро пожаловать в Дом Секонда. А здесь огромный выбор одежды на любой образ, размер и вкус. И для того, чтобы выглядеть стильно, не обязательно тратить большие деньги или ехать за одеждой в столицу. Есть мнение, что по магазинам ходят шопиться только девушки. Но это устаревший стереотип, так как в наше время выглядеть стильно и опрятно хочется и мужчинам. По статистике, самые привлекательные мужчины, которые носят черную одежду. На втором месте по привлекательности мужчины в темно-синих тонах. На третьем месте по привлекательности мужчины просто в одежде. В Доме Секонда вы сможете подобрать себе совершенно любой образ. Кстати, стоимость одежды тут рассчитывают по весу. Если не сможете с этим справиться самостоятельно, то обращайтесь к продавцам. Вам всегда помогут найти нужный размер или модель. Ассортимент в Доме Секонда в лучших традициях весенней погоды обновляется постоянно. Поступления приходят из Европы каждую субботу. Для настоящего шопоголика это то, что надо. Кстати, на сайте Дома Секонда можете оставить свой номер телефона, и вам будут приходить смс-оповещения о свежих поступлениях. Тут самое главное – быстро реагировать, пока все интересное не разобрали. Выгодные предложения в Доме Секонда постоянно обновляются. В отделах магазина действуют скидки от 65%. Остается только прийти и найти что-то свое. Ну что же, топ скидок подошел к своему логическому завершению. Давайте еще раз вспомним всех, кто сегодня отметился в моем рейтинге и как расположились места. Почетное четвертое место – текстиль профи и акция «Вторая покупка в чеке по оптовой цене». До третьего места нашего рейтинга с первого подхода добрался фитнес-клуб «Гроза Джим». На втором месте – быстрый, выгодный и демократичный интернет-провайдер New Life. Ну и безоговорочное первое место достается Дому Секонда за отношение к покупателям и невероятные скидки. На данный момент это все, но продолжение следует. Так что следите за топ-скидками вместе со мной на канале ЛРТ и на сайте lrt.tv. Где и как сэкономить, рассказал вам я, Андрей Лобанов. Тратьте с умом. Удачи и до встречи!